Я на занятиях рассказывала, как веретено вплетается пение птиц, радуги, все насыщающие энергии, даже дождик, все ресурсные энергии, вот все, что привлекло и вызвало восторг. Я сейчас рисую аркан и готовлюсь делать свечу для марафона. Свечу Сатурна на вторую неделю 19-недельного отжига энергии Сатурна деструктивных в натальной карте и в жизни. И вот подняла глаза и привлекло внимание сияние листвы. Я, конечно, ее снять так не могу, я далеко. Но она живая сейчас, и это очень красиво. И это тоже наматывается на мое веретено. Потом берешь, и это все теплом тебя окутывает. Когда она приехала, я увидела резы Макоши. Ну, я не ожидала, что будут там символы пряхи судьбы. Я не заказывала начертания. Вот. Я бы, наверное, больше выбрала Велеса и Ярила. Но вот приехали именно с символами пряхи. И я, когда их взяла в руки, шла с почты, меня окутало тепло, очень нежное, инское такое облако, мягкое, теплое, материнское, прямо и земля окутала, и вот ощущение, когда на теплой земле лежишь, вот эти вот все прям облачком, прям теплым одеялом окутало. Нежность такая инская растеклась по телу, прямо улыбка по лицу, и такая прям, чтобы не растрясти, такое ощущение было волшебства какого-то родного. Ну, собственно говоря, очень теплое окутывающее состояние. Оно есть в этих веретенах изначально. И я вот в них вплетаю все ресурсные состояния, и девочки, которые на них смотрят, уже их считывают. И появляется улыбка на лице. Сейчас я пойду еще в степи наплетать Девисила, там я потом чертополох еще пойду собирать. Еще, ну, есть еще цветы последние, я стараюсь не срывать, они стараются цвести. Но в потоке пошло подойти к нескольким местам, взять пару цветочков Девисила. И еще хризантемы меня ждут, может, букеты куплю, не буду сама собирать, посмотрю. Мне просто надо куда-то съехать, чтобы это все сушить. Но хризантемы, астры у меня немного. Мне пришлось их купить просто, чтобы по клумбам не лазить. Астры — это связь с космосом. Я его для специальных целей собрала. Хризантемы — это мои любимые. Я на них сплю, я их ем, я их пью и так далее. Поэтому я хочу, чтобы у меня они в свечах были. Это обнуление полное хризантемы. Как минимум обнуление. А пока я буду живые потоки наматывать на веретено, ну и потом несколько лепестков для бутылок и для этого, для свечей я соберу.